Однажды парень по имени Шурачет из Таиланда по пути на работу услышал какие-то странные звуки из колодца. Он остановился и прислушался, а когда понял, что это голоса животных, наклонился, чтобы разглядеть их повнимательнее. Шурачет был вынужден спуститься к ним, забрать их оттуда. Из-за грязи не было понятно, что это за создание. Было ясно, что это детеныши, но какого именно животного, трудно было догадаться, пока не смыть грязи. Шурачет отвез их домой и помыл. Под толстым слоем грязи он нашел маленьких собак. Они были такими красивыми и пушистыми. Сейчас он является полноценным хозяином щенят. Вся семья поддерживает его в этом решении и помогает заботиться о щенятах. Спаситель не собирается отдавать их кому-либо, так как видит в этом знак свыше. Благодарю за просмотр. Не забывайте подписаться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.